Каждый последний четверг месяца личный прием главы Моршанска Алексея Банникова. На этот раз были как коллективные, так и личные обращения. К примеру, у Маргариты Кострикиной сразу несколько вопросов. Один из них – оказать содействие в обеспечении одеждой ребенка, поскольку материальное положение не позволяет купить необходимые вещи. На личном приеме у меня Маргарита Викторовна Кострикина. Говорит мне, что у нее никак не получается с вами встретиться. Да. «Добрая точка» – это областная организация, которая занимается благотворительной деятельностью. Более того, было оказано содействие в проезде до Тамбова и обратно. Мария Кочетова просит помощи в решении проблемы по подключению газа и проверке электрики. Квартира в соцнайме на улице Куйбышева. Электропроводка там в ужасном состоянии. Мы, когда там производился ремонт, муж мой был, присутствовал там. Да. Электрика, его стукнула током, потому что она старая. Но при этом, при всем, там натянули уже натяжные потолки. То есть малейшее замыкание, это все пойдет и поедет. И мы... Задание с данным вопросом разобраться в кратчайшие сроки. Ольга Усова, Андрей Щербаков, «Область новостей».